российского кино в Хакасии официально открыт. Возможно, для молодого поколения будет открытием и тот факт, что республика не раз попадала в объектив большого кинематографа. На территории Хакасии снимали полнометражные художественные фильмы, а роли, в которых были задействованы наши актеры, исчисляются десятками. Последний год «Беркута», «Конец императора тайги» – фильмы, которые и сегодня включают в свою программу федеральные каналы. Как-то показывали «Право на выстрел» по телевидению, я внуку говорю, он деда сидит. Так прошел, говорит, да, правильно, дед, на тебя похож. И так пробежал. Юрий Майнагашев, Светлана Чаптыкова, Алиса Кызласова. Перечислять всех хакасских актеров, снимавшихся в художественных фильмах, не хватит эфирного времени. Но на открытии года российского кино назвали всех и пригласили пройтись по красной дорожке. Молодые актеры из республики не играют в большом кино так часто, как хотелось бы. Просто российский кинематограф сегодня выпускает фильмов в несколько раз меньше, чем в советское время. И тем не менее, известные фамилии есть. Александр Осадчаков снялся в киноленте «Байконур», премьера которого состоялась в 2011 году. Когда я снимался в этом фильме, я еще учился, был студентом, поэтому театрального опыта как бы у меня сильно и не было. Но мне кажется, все-таки в театре лучше, потому что в кино можно совершать много ошибок и все остальное. Там можно переснять лишний раз, а вот в театре нужна точность, нельзя никогда ошибаться, потому что если ошибся, то уже по новой никак не сделать. На открытии года кино была представлена фотоэкспозиция работ Анатолия Заболоцкого, кинооператора, постановщика, фотохудожника и общественного деятеля, который провел свои школьные годы в Абакане. Он снял десятки кинолент, самые любимые из которых «Калина красная», «Печки-лавочки» без преувеличения можно назвать шедеврами отечественного кино. Сегодня в республике есть кому продолжать дело поистине великих людей. Фильмы снимает киностудия «Хакасфильм», где режиссером является Юрий Курочка, а сценаристом – ведущая ГТРК Хакасия Марина Канадакова. Интересные работы делают телевизионные операторы и журналисты. Кино по-прежнему интересно и зрителю, и создателям. Не только как сфера развлечения, но и как возможность сказать о чем-то по-настоящему важном. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, «Вести», Хакасия.